В предыдущем третьем подразделе шестого модуля мы рассматривали приготовление бетонной смеси. В четвертом подразделе будут рассмотрены другие виды бетонов на различных вяжущих веществах. Вы познакомитесь с новыми видами бетонов. Кроме обычного тяжелого бетона, существует очень много разновидностей бетона. Поэтому мы на, в этом подразделе поговорим о некоторых из них. Ну, например, плотный силикатный бетон. Это бесцементный бетон автоклавного твердения, получаемый на основе известкового вяжущего. То есть здесь вяжущим служит известково-песчаный, известково-шлаковое вяжущее. И допустим, если обычный бетон твердеет с помощью пропаривания в специальных камерах, то этот плотный силикатный бетон, он твердеет в автоклавах. Плотный силикатный бетон относится к группе тяжелых бетонов, заполнителями служат кварцевые пески. Обладает хорошим сцеплением с арматурой и защищает ее от коррозии. Применяется для изготовления сборных железобетонных элементов зданий в неблагоприятных условиях эксплуатации. Это, например, усиленное воздействие атмосферных осадков, большие динамические нагрузки. Применение этого бетона ограничивается. Ну и один из самых популярных видов бетона – это ячеистый бетон. Сейчас это очень актуально и применяется при современном строительстве. Преимущественно автоклавное утверждение содержит в своем строении искусственно созданные поры, приготавливается смешиванием цементного или звездкового вяжущего с водой и пеной, то есть это к этим чистым бетонам можно отнести пенобетон, газобетон или введение в раствор газообразователя алюминиевая пудры. Заполнителями служат мелкие молотые кварцевые пески. И чистый бетон менее плотный, чем обычный, поэтому заключенная в нем арматура нуждается в специальной защите от коррозии, покрытием цементно-водной смесью или цементно-битумной мастикой. Обладает относительно малой средней плотностью от 600 до 1200 килограмм на метр кубический. Применяется преимущественно для изготовления сборных элементов, ограждающих конструкции промышленных и гражданских зданий. Жаростойкий бетон. Жаростойкий бетон можно отнести к бетонам специального назначения. Он используется для эксплуатации в условиях высокой температуры, выше 200 градусов. В зависимости от степени нагрева в качестве вяжущих применяют глиноземистый цемент, портлан-цемент с добавками, жидкое стекло, но жидкое стекло, если перейти к вяжущим, вот в предыдущих лекциях мы об этом говорили, это такой вид вяжущего, это водный раствор силикат натрия с добавлением молотого кварцевого песка и кремниевтористого натрия. В качестве жаростойких заполнителей применяют соответственно жаростойкие Материалы, да, хромид, шамот, кирпичный бой, шлак, базаль, диабаз и так далее. Применяется в жиростойкий бетон в конструкция туннельных печей. Но опять идет речь о футировке: тепловых агрегатов, фундаментов доменных печей и так далее. Следующий вид бетона это крупнопористый бетон без мелких заполнителей применяют в районах, где нет природного песка, но есть материалы для крупного заполнителя. Структура характеризуется большим числом крупных пор, что приводит к уменьшению плотности и снижению теплопроводности. Применяется только для блочных и, или монолитных стен зданий. Кислотостойкий бетон тоже относится к особо ну, таким специальным видом бетонов, это стойки в условиях агрессивной среды. Значит, там, где может содержаться кислота или содержащий пары кислот значит, в качестве вяжущих применяет пуцелановый портланцемент, шлаковый портланцемент, жидкое стекло. Применяется для конструкции подземных сооружений, покрытий некоторых цехов химической промышленности, цветной металлургии. Полимер-бетон в качестве вяжущего применяет полимерные материалы, это эмульсии, смолы, существенно повышающие прочность на сжатие, растяжение, улучшающие сцепление с арматуры, значительно повышающую стойкость в агрессивных средах. Несущие конструкции на основе армополимер-бетона получают применение в объектах химической, электрометаллургической, пищевой, и других отраслях промышленности. Бетонные железобетонные элементы, изготовленные на цементном вяжуще, а затем подвергнутые последующей пропитке полимерными материалами по специально разработанной технологии бетонополимеры, также приобретают существенно улучшенные физико-механические свойства. Они находят применение в некоторых областях строительства, при изготовлении напорных труб, дорожных плит, колонн, ригелей и другого. Мелкозернистый бетон отличается большим содержанием цементного камня, поэтому его усадка, ползучесть выше, чем у обычного бетона применяют мелкозернистый бетон при изготовлении тонкостенных густо армированных конструкций. Однако надо помнить, что расход цемента увеличивается на 20-40% в сравнении с обычным бетоном. Сейчас мелкозернистый бетон используют, например, для тротуарных плиток. В данном четвертом подразделе были рассмотрены особенности различных видов бетона. В пятом заключительном подразделе шестого модуля мы поговорим о строительных растворах и сухих строительных смесях. И в строительном растворе отсутствует крупный заполнитель. Вот если эти две вещи вы будете, вы запомните, не будете это путать, чем очень часто сейчас страдают студенты, к сожалению. Вот. Поэтому нужно это запомнить. Это самое главное требование. В четвертом подразделе были рассмотрены особенности некоторых видов бетона. В следующем подразделе мы будем говорить о строительных растворах и сухих строительных смесях.